Жатва. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Исход 23:16. Осень благодатная настала. Бог послал нам щедрый урожай. Все свои плоды земля отдала. Не ленись, усердно собирай. Все мы соработники у Бога. Почву мы готовим, семена. Сеем все, потом по сроку строго собираем урожай весь закрома. Часто, не задумываясь даже, пользуемся благами земли. Процесс роста нам совсем не важен. Главное, что мы плоды нашли. А ведь плод – любой Господне чудо. Бог его из зернышка взрастил, преобразовал и дал нам людям. Жизнь и радость этим подарил. И сегодня мы собрались в церкви, благодарность, чтоб ему воздать. Бог нас слышит, в это свято верим. Он послал нам щедро благодать. Будем петь ему хвалу и славу, и за урожай благодарить. Он достоин чести всей по праву. Без него бы не смогли мы жить. Бог дает нам этот хлеб насущный, все эти прекрасные плоды. Он, Отец Небесный, самый лучший, нас вознаграждает за труды. Все, что мы посадим, умножает и дает нам больше во сто крат. Вовремя дождями поливает, согревая солнышком наш сад. И от нас Он ждет плодов духовных. Кстати, Бог их тоже нам дает. А умножим ли их? Безусловно, Он до жатвы нашей подождет. И пока Он время продлевает, нам нельзя бездействовать, друзья. Ведь кончина века наступает, все короче к небесам стезя. Жатва – подведение итогов. Что посеешь, то и будешь жать. За свой плод ответим перед Богом. Так давайте плод свой умножать.